Добрый день, дорогие друзья! У меня сегодня очередная лыжная прогулка. Я вышла покататься на лыжках по реке Двине. Но сегодня воскресенье, лыжников, к сожалению, мало. Лыжни нормальной нет. Я тут нашла небольшую. Ой, как здорово! Я несколько месяцев уже совсем не видела солнца. А сегодня, вот посмотрите на небо, солнышко пытается как будто бы выглянуть среди этих снежных облаков. Лыжников, конечно, очень мало по сравнению с прошлыми годами. Но здесь есть горка, на которой всегда много детей. А всю лыжню, конечно, губят вот эти мотоциклы с бананами. Они разглаживают все созданные лыжни. И поэтому такого комфорта уже нет, как было до того, когда не было этих мотоциклов. А вот, вот это, посмотрите, у нас такая переправа на левый берег. Вернее, даже не на берег, а на остров, на котором есть жизнь, живут люди, работают. Но работать, конечно, ходят в город. Видите, 21 век. Я всем хочу пожелать заниматься зимними видами спорта, пока есть такая возможность. Крепкого здоровья всем и удачи!